350. А сейчас 600. Человек купил новую подсветку Барбашова. Так она у них меньше 600 накручена. Тысяч. У нас тут много мулек таких, которых в новых машинах нет, Саша сказала. Нет, ну может у него тоже накручена, я не знаю. Нет, сказали, не дают такие. Ну так 600 тысяч уже. Ну и что же? Ну она уже была 500 тысяч. Еще спрашивают, чего такую дорогую купила? А сама и стоит она. Ну не важно. Установлено соединение со спутниками. Тоже супа поела, много даже. Я потому что я недавно ела, я его ела, ела, ела. Ну, раз, конечно, вам соленый. Но я не знаю, чего. Может, у меня не так было соленый. А я вот эти овощи не солила. Он зато насыщенный. Там столько свеклы было. Ну. Он настолько настоянный был боч. И не жирный. Ни капельки даже растительного масла не было. Ну, мы поели, я что уж. Ну. До крошки все себе. Ничего не убрасываем, мы все сюда. А теперь? Ну, а теперь вот если кислый щит. А мы эту трехлитровую вот доедаем. Вот сегодня мы доедем. Что дали вот 8 марта на трехлитровую банку мы съедим. А тогда же они дали 4 литра. Мы ее не ждали. Пусть ест. Нам не жалко. Хорошего человека. Сегодня ровно час ехали. Пробка 20 минут была, ну почти, даже раньше, чем от переехала. Ну я не выходила, мне было не к спирту. Ну едут все туда, не да. Ну и мы не поедем. Нет, туда не все едут. Туда это не обязательно. Потому что митинг это просто только для, там, кто там, образования, еще кто-то. Сейчас будет выступать на этот парк. Хорошо, пусть проходит. Лейкой полили водой, хорошенько полосу, Саша. А потом как полыхнуло, я говорю, Томка, ну сейчас наша задача, чтобы ваш дом не спалился, домик. Она, черт бы с ним сгорел, его не жалко. Разгребать лучше. Эти угли потом, поллета. Что это, ну попытали. Мы вот так поливали и полили. Потом говорю, пыльмка у нас уже, у нас же тоже там и клубника, от соседей лезет трава. Мы и там нами спалили. Ну ладно. Так, вот успел, да? Ну давай. Ой, обещал, не пришел, ой, я на тебя.